На Камчатке квартирная аферистка получила 4,5 года колонии. Суд признал ее виновной в мошенничестве на сумму свыше 2 миллионов рублей, сообщили в региональном управлении ФСБ. Там рассказали, что женщина, работавшая юристом, обманула 5 земляков, в том числе пенсионеров и мать-одиночку. Они отдали мошеннице деньги за квартиры в домах, признанных аварийными, чтобы потом получить новое жилье по госпрограмме. На самом же деле все документы, по которым аварийное жилье якобы переходило в собственность покупателям, были поддельными. Осужденная обжаловала приговор, но безуспешно. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.